Это город Бердск. А это Тимур Ханов, который хочет стать кандидатом в депутаты на 8-м округе в городе Бердске. А это администрация, дом советов на ней написано. И написано территориальная избирательная комиссия. Сейчас туда пойду. И должна состояться регистрация моя, потому что подписи, сколько мы собрали, было необходимо, все они засчитаны действительными. Других препятствий вроде быть не должно, но кроме того, что как и другие независимые кандидаты могут сказать, что я экстремист. Через некоторое время запишу эту трансляцию или в записи выложу это событие. Ну, пошли. Вот третий этаж. Здравствуйте.